Водила проклятый. Так у меня вообще есть бабло. Да все, остановитесь, можно да, вот тут. Ты где, проклятый? Иди сюда. Все, держи бабло, сваливай, давай на свой тарантайке логучий. Че это за... Вы, наверное, не знаете, кто я такой. И это хорошо, потому что меня никто не знает, кто я такой. Добро пожаловать в наш город, Жопосранск, в котором население 1 669 699. Много 69, если вы не поняли. Вы задаетесь вопросом, кто же ты такой? Меня знают под многими именами. Эдисон, Гетпердун, Эдичка. Но никто не знает моего истинного имени. Эдуардо Перециано. Я самый великий детектив в этом мире. Я могу раскрыть любую тайну. Разгадать любой секрет. Пройти любое испытание. И раскрыть самое сложное дело на этой планете. Я знаю, кто стараторил пончик у тебя в школьной столовке. Я знаю то, что ты не вернул сдачу своей мамке, когда она посылала тебя сходить в магаз за хлебом. Я знаю, что ты делаешь вечерами, когда залипаешь телефон под одеялом. Это обращение к мальчикам. И я знаю, что ты делаешь после школы со своими друзьями. Ха, хоть ты мамке своей не рассказываешь, но я, Эдуардо Перециано, все знаю, я самый великий детектив на этой планете. Жопосранск. Самый криминальный город на этой планете. В день тут происходит более 228 происшествий, преступлений, аварий, убийств и различных криминальных дел. Не зря я приехал в этот город. Да твою мать. Шавака! Архив Жопосранска. Я знаю, что, где, кто умер, что, где, когда происходило, и где вообще когда-нибудь пропадали люди. Я разгадаю все секреты этого города, посажу каждого преступника в Жопосранске и наведу в этом мотиво сраном забытом господи городом порядок. Вот. Ну что, мне кажется, настало время раскрыть первое дело. Не зря я приехал вот сюда, на этот адрес. Улица Пушкина, дом Колотушкина, 69. 31 декабря жена и ее муж-банкир в этом доме встречали Новый год. Муж вышел на улицу, чтобы отлить, и не вернулся. После своей смерти он завещал все свое имущество и банк жене. И сразу же через день после написания этого завещания он пропал. Странно все это, странно. Жену его зовут Маруся. Ну что, Маруся, будем мы с тобой разбираться, куда твой муж пропал? Пошли. Первое дело в Жопосранск. Дом Маруси. Маруся, вы дома? Маруся! Ой, кто это ко мне там пожаловал? Ой, здравствуйте, я никого не жду, я тут немножко занята. Твою мать, ёпты. Маруся! Я немножечко занята, давайте вы ждете в следующий раз, я просто сейчас реально очень-очень занята. Собака сутулая.
Здравствуйте, я новый детектив в вашем городе. Эдуардо Перетяна меня зовут. Вызывали? Нет, не вызывали. А, ну естественно, я сам пришел, неважно. А, в общем, Маруся, я решил взяться за ваше дело и расследовать пропажу вашего мужика, вашего супруга, вот. А, поэтому не благодарите, не благодарите, я пришел сюда с миром, поэтому ой, давайте будем расследовать, да. Что? Ой, спасибо, спасибо, давайте я сама, мне уже, в принципе, я уже не так переживаю, уже все хорошо, все, можете не расследовать. Открывайте, ёпты! Третий... В смысле не расследовать? У вас мужик пропал. Муж ваш. На Новый ну, год. Хорошо, я уже забыла про него, уже все хорошо. Так! Ага, первая улика. А, расскажите, а во сколько часов он пропал? До встречи Нового года? Или уже после? После 12, то есть 1 января уже. Когда он пропал? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ой. Хорошо, хорошо. Ну, пропал он уже после Нового года, когда мы уже немножечко так вот праздновали, вот. То есть он просто вышел покукарекать на улицу, ну, в смысле, попипипунькать и испарился, да, куда-то? Просто взял и пропал, вообще не знаю. А кровяка это из-за вас! Я резала морковку, а вы так постучались, и у меня сорвалось, и вот у меня, я пальчик порезала. Пальчик она порезала. А почему кровь уже засохшая? Засохшая. А у меня просто такая, вот у меня болезнь, кровь очень быстро засыхает. Засыхает, хорошо, хорошо. А вы вообще настоящий детектив? Вы свои документы вообще-то предъявите? Я как бы, нет, вы давайте говорите, кто вы. Я не верю вам. В смысле не настоящий детектив, курица? В том смысле, что вы какого черта пришли ко мне домой, что-то тут заясняете? Документики ваши. Документики? Давай я тебе лучше докажу то, что я настоящий сыщик. Хорошо? Ну давай попробуй! Я выясню, что ты кушала последний раз. Просто тем, то, что ты сейчас на меня дыхнешь. Давай, дыши, дыши. А вы уверены, что это нужно? Да, я сыщик, если ты мне не веришь. Давай, дыхни на меня. Ха! Полтора часа назад ты хавала шпроты с квашеной капустой и запивала это все кефиром. Как вы узнали? Ебой, конечно, настоящий детектив, а что ты хотела? Я в шоке. В общем, вернемся к вашему мужу, вернемся. Пошли, будем расследовать дальше. Куда же он пропал и почему же он вас бросил? Одну, вдову! Закрывайте дверь. А, хорошо. Ой, ладно, спрашивай. А, хорошо, тут у вас гараж. Так он у вас богатый, да? Он же у вас банкир, вроде как, я знаю, да? Да, у него свой банк, он покупал всякие машины. Банкир. Вот. А, и все это он завещал вам, да? После своей кончины. Да. А вам самой не кажется, что его, наверное, кто-то решил подставить? Потому что именно через один день после того, как он написал завещание, он куда-то каким-то чудесным образом пропал. А? Да, меня, это нас кто-то хотел подставить, да, я знаю, да. Ага. Вас подставить, а ничего то, что все завещание на вас написано, а не на кого-то там другого. Это вообще не имеет значения, вообще не имеет значения. Ха, странно это все, странно. Ну хорошо, пройдемте сюда. Почему бутылок у вас так много, кто у вас выпить любит, да? Да вы? Просто я говорю, после Нового года все осталось, вот стоит. Так уже почти январь закончился, какой Новый год? А, вот просто мы так долго справляем Новый год, вот. Я просто очень мне плохо было после того, как мой муж... Так, стоп. Кто мы, если ваш муж пропал примерно месяц назад? Кто такие мы, а? Ну, это я и... И кто? А я просто с ума немного сошла, когда муж пропал, мне он все время беречится, и я с ним пью. С призраком мужа, да? Муж, наверное, умер у вас куда-то, вышел на улицу я, и все. Я не знаю, где он просто вот... А вы вообще вызывали полицию, я не знаю, там пытались что-то выяснить или меня просто так ждали, пока я вам с неба свалюсь, да? У меня просто не было сил, как будто позвонить. Я думала, что все само уляжется, он найдется. Само уляжется, ну хорошо. Ладно, пройдемте наверх, посмотрим, что у вас тут интересного есть. Хорошо. Так, дверь с замком, откройте, пожалуйста, дверь. Ой, давайте мы лучше в ту комнату пройдем. Здесь у меня грязно, не убрано, не нужно. Откройте дверь, пожалуйста, введите код.
Нет, 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 давайте мы потом зайдемте. Доведите код, пожалуйста, я детектив. Нет, нет, у меня там секретные женские штуки. Слушайте, я детектив, я сейчас сам это все открою, честное нет, слово. Нет, мне нельзя, вы нарушаете мое личное пространство. Знаю я вас, извращенцев проклятых. 69, естественно. Только это в голову может вам прийти. Давайте, заходите сюда, заходите. Так. Да, баблишка у вас тут неплохо. Золото. Ага, сейфы уже пустые, уже вычистили, да? Ну это все да, от мужа осталось на похороны, вот что потратили, видите, гроб купил. А что, гроб тут валяется у него? Да, в этом... на всякий случай, вот, чтобы, если вдруг мой муж все-таки умер, и вот я гроб купила заранее. Это заранее, вы даже до Нового года его купили? Да, муж, когда завещание написал, он сразу сказал похоронить его вот в таком вот гробу. То есть вы сразу же купили гроб после того, как он написал завещание, до того, как он пропал? Да, это ему просьба, он сам хотел так сделать, ну, чтобы... Ну да, как вы все замечательно продумали, Как будто вы знали то, что муж пропадет куда-то, да? Так это не я, это он сам мне сказал заранее купить. Ну да. Так, хорошо. Бабла у вас тут, конечно, немерено. Бизнесмен, значит, да? Банкир, значит, он у вас, да? Да. Ага. Хорошо. Ладно, тут ничего интересного у вас нету, кроме бабла, конечно. Я-то вам-то повезло, я вообще бесплатно работаю. Я работаю ради справедливости, мадмуазель. Поэтому хорошо, пошлите. Давайте идем сюда. Хороший детектив, хороший. Конечно, хороший. Я выяснил. 100% выясню, куда пропал ваш муж. А те, кто виноваты, я их нахрен засужу пожизненным срокам. Вообще даже смертельную казнь присужу, мне так кажется. Пожизненным? Да, пожизненным. Да не надо, да, ну ладно. Почему не надо? Воры, убийцы, маньяки, все должны быть наказаны пожизненно, а даже смертельной казни должны быть наказаны. Вы согласны с этим? Мы за правосудие с вами, да? Вместе с вами. Да, правильно, за правосудие, да, ну нужно всех. За правосудие надо всех засудить, всех бандюганов засудить. Хорошо, пройдемте в эту комнату. Да, ну всех бандюганов надо, да. Да. И всех тех, кто хочет меня обмануть, детектива Эдуарда Перетяна. Так, это ваша спальня, да, как я вижу? Спальня ваша, ничего интересного. Кроме этого лохопуда, который вот... Кто это такой? Так, это что-то непонятно. Это младший брат моего мужа. Вот он тут живет с нами, да. Брат мужа. Да, он просто немножко у него проблемы со здоровьем, видите? Слюнки текут, вот я за ним тут ухаживаю. А почему у меня в архиве написано то, что у вашего мужа никакого брата нет? А это секретный брат! Секретный брат от второго брака мамы моего мужа, вот. Помедленнее, пожалуйста. Секретный брак от мужа моего мамы секретного брака? Нет, вы все неправильно поняли. У моего мужа есть мама, а у мамы был внебрачный сын. Вот, это и есть его младший брат. Не родной, но родной. Не родной или родной? А, не родной. Не родной по крови, но родной по душе. А, по душе. А поэтому он тут писюном ходит, размахивает. Он вам тоже родной. Ну, я говорю, он просто сюда встал. И понимаете, ну слюнки текут, ну понимаете. Я вижу, у вас тоже слюнки текут от такого зрелища, да? А я смотрю, вы шутник. Я шутник, их отцов. Так, хорошо. И что мы с вами будем делать и с этим выкидышем? Да, как, что с ним делать? Как? Я за ним просто ухаживаю. Вот он тут, видите, он вас испугался, спрятался за кроватью. За вот этим причиндалом его вы ухаживаете каждый день, да? Да. Я так не понял. Вы меня оскорбляете. Это вы меня оскорбляете, потому что не хотите правду рассказывать. Ну хорошо, так, где же ваш муж? У меня такой вопрос. Хорошо, давайте мы спустимся на первый этаж. А как его зовут, этого вашего внебрачного дочку, вашего крестного отца? Как? Стефан Николаевич, Николаевич. Стефан Николаевич, ну это прекрасное имя. Да, его умный человек, наверное, придумал. Стефан, хорошее имя, хорошее. Так, хорошо. Так, задний... двор. Что у вас во дворе там вообще находится? Ой, это там двор, это очень плохое место. Я там вообще-то картошку выращиваю, туда лучше не ходить. Вы можете затоптать все посевы. Картошка, какая картошка в центре города? У вас муж банкир, какая картошка, мать ваша? А вот не муж, он такой вот семейный человек, он выращивает картошку. Давайте мы не будем туда ходить.
Да давайте я лучше пойду и посмотрю, что же там происходит. Нет, давайте, хорошо? Давайте мы не будем, вы не пойдете. Ну, давайте я пойду, а вы также со мной пойдете. Хорошо, пойдемте. Я тоже туда не пойду, я боюсь. Что ты боишься? Картошку затоптать? Что ты боишься, не могу понять. Нет. Да, там, если я картошку затопчу, то там страшные вещи происходят, я не могу туда ходить. Ну хорошо, оставайся тогда тут, я пойду сам посмотрю, хорошо? Не выходи. Может, все-таки не надо? Там может быть опасно, Да я за вас переживаю, вы понимаете? Да за меня не переживайте, меня еще никто не грохал в этой жизни, я же дожил как-то 22 лет, так что оставайтесь тут, я еще вернусь. Ладно, ладно, идите. Страшный какой двор. Хорошо. Так, ты собака, ты срабей зажигалку. Все понятно, все понятно. Муж, значит, вышел пасать и поссал неудачно. Вывихнул себе что-то, да, в яму. А его гроб опять заранее купили, непонятно. Что же, кто же что-то тут мудрит такое? Так. Если он пропал 31 декабря, как это, мадама, вдова говорит, то, что уже после Нового года, 1 января, он пропал ночью, то знать... Состояние, значит, он, да, все на нее переписал. Ага. Она гроб заранее купила. И сразу же, как только он переписал, он умер, да? Не пошел пасать, а умер. Небрачный брат Стефан какой-то, о котором там ничего не написано, ходит и пипунчиком своим размахивает. А я вообще пофиг. Так может это она его шандарахнула, чтоб состояние себе вот это забрать все и с этим Стефанчиком, который пипипунчиком размахивает, свалить куда-то на Мальдивы. Ах, курица, так это... Я вам говорила, мистер детектив, что вам не нужно сюда ходить. В смысле не нужно?